закона про статус депутатів місцевих рад, у депутата місцевої ради є право подавати питання на розгляд сесії. Я воспользовался этим правом и 31 числа, відповідно подання, подал секретарю в соответствии с действующим у нас регламентом, подал секретарю Миколаївської міської ради. 1.23, да. Со всеми приложениями, которые посчитал нужным подать в соответствии с регламентом. От секретаря міської ради я получил возврат документов в связи с тем, с моей точки зрения, в связи с тем, что есть коллизия в нашем регламенте. Потому что регламент подразумевает перед тем, как документы будут зарегистрированы, полный состав документов, и в регламенте написано, что кроме всего прочего, к документам должен прилагаться проект решения Рады, вытяжка протокола профильной постельной комиссии с рекомендациями або выставками у разе надания зауваження от негативных рекомендаций до проекту решения. То есть, как бы еще нет, раз подання мне вернули, значит, подання нет, тем не менее, я должен перед этим пройти комиссию. Вот я к вам пришел не с рассмотрением вопроса по сути, а с тем, чтобы вы рассмотрели этот вопрос и дали либо рекомендации, либо выставки, ну, в зависимости от того решения, которое вы примете, для того, чтобы я мог воспользоваться своим законным правом подать вопрос на разряд сессии. Вот зачем я к вам пришел. По сути, приду к вам после того, как моя подання будет зарегистрирована. То есть вам технически просто нужно прийти комиссию, как депутат вы имеете право любое, на проект решения. В принципе, любое решение комиссии. Вначале решение, действительно, инициатива регистрируется, а потом уже идут процедурные действия. В данном случае почему-то рекомендовали сделать процедурные действия, потом регистрируется. Ну, это написано у нас в регламенте. Это коллизия, которую мы впоследствии должны преодолеть, а пока это факт. Вопросы?